привет! Вы на канале Творческая мастерская Яны Черной. И сегодня мы с вами будем делать еще одно украшение слол и вот такую шеби-розочку. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам понадобится сама наша красавица Лол. Крылышки вот такие. Эти крылышки длиной приблизительно 7 сантиметров. И вот такая шеби-розочка, длина которой 6 сантиметров. Обрезаем все лишнее. Весь этот фатин. И оплавляем все зажигалкой. Или же свечой, кто чем пользуется. Вот так. И теперь крепим наш цветочек на основу. Основа у меня вот резиночка и фетровый кружочек 4 сантиметра. Наносим на него клей. И прикрепляем нашу розочку по центру. Вот так. Хорошо все прижимаем. Вот. И теперь готовим нашу Лол. Клей я даю только чуть-чуть на середину крылышек. И прикрепляем нашу девочку. Вот так. И теперь наносим клей на Лол и на крылышки. Вот так. Но немного, чтобы не выходило. И прикрепляем ее к цветочку. Вот и так легко и просто мы с вами сделали красивые украшения для наших принцесс. Еще у меня есть вот такие. И вот такие лолки. А еще как вариант можно сделать и такое украшение. Просто на шеби-розочку приклеить какой-нибудь красивый бантик. У меня на сегодня все. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!